Алло. Да. Народ. Да, бандит. О, привет. Нет. Леша, ты... заходи к нам. Будем втроем против хулигана. Так у нас странности какие-то происходят. Заболела, да, Люб? Что? Ты заболела? Нет, ну, нет, я не заболела. Да, венцом заболела. Не, просто сегодня рано зашли, как-то в 6. Она с утра там глушит. Надо. Андрей уже сдал тебя. Твою мать, снимал. Тебе не кажется, что у них как-то слажено все? Как-то да. Сейчас я зайду, чтобы окончательно фаталити было. Против. Причем дамажит в основном бот, и не он. А, да? Типа тут что, боты поумнели? Ну даже кикать никого не надо, да? Нет. Да, у нас никто не заходит, мы в клуб играем. Прикольно. Один чел появился и все. Ой, я с этим чуваком. Ну ладно, чтоб он не вышел. А, острый заходит сразу. Так, тогда я переходил. А, не, ну если я перейду, значит один. Лёша нам сервак исправил. Да. Открыл очко просто на него. Портал. Люба таблы. Валикан к нам зашел. Вот именно, да, он за вас зашел. Стой, Люба, стой! Ты уже взяла, что ли? Я давно уже с тобой не люблю. Ой, пошла ты. Слать меня еще. Чё так круто? Лечи, Лабикан. Стой. Жирный уже через дверь пытается. А чё, если не простреливается? Отойдите, там жижа у стенки. О, Антон какой-то зашел. Ну все, я перехожу за вас. Все, пошли. Антон. Питерский Антон. Я байл успеваю. Да. Курик. Не убил его. На лоликончика сейчас сяду. Бля, калаш сраный, метку не нравится. Идем. Блин, танка я слила. Красотка. Главное, сигналку выруби и все. Тут, та, тут молотов есть, да. Если танк вообще дорогу найдет к нам. Там просто бывает такое, знаешь, проблемы. Вон он на крыше кидает камни. Я сейчас спас вас от камешка. Мы его расстреляем. Мы сейчас любой проходили кампанию только в голову. Дошла. Поэтому у нас как бы скилл сейчас набит. Опа, вот сейчас. И это бот. Убили. Я по дыму не трогаю, Люба. Прикройте меня. Пытаюсь. Бля, Лоликан, остановись, я на шприце тебя полечу. Хочет останавливаться. Тихо, тихо. Там же, их двое! Антон! А, видимо, он танком был. Меня схватили. В любом случае, я буду один. Как вообще можно кикнуть Риу, когда вас двое? Ты еще поехавший? Очнись, ты обосрался. Кто первый тут выиграл? Лёш, ты хоть что-нибудь говори, когда тебя схватили, молчит. Меня тут схватили. Но надо ничего выждать не немножко, чтобы настоялось.
Лол. Что это было? Не знаю. Я причем даже его не видел, он спокойно мог. Ой, Bloody Cloud зашел. Там к вам Хант прыгает. Он хорошо играет. Ешь таблы, беги уж быстрее, что-то ковыряешь еле-еле. Да я, может, подождать не могу. Ты оглох? Тоже выжидает. Может, какие волны в следующем матче? Слышите, может, кикнем его? Давай, сейчас загрузимся. Mm-hmm.